Замечательно. Левон, у нас тут такая тема. Вот ты, как армянин, проживающий в Европе, человек, знающий и наблюдающий по сторонам, в принципе, за армянским обществом в том числе. Ну, ты видишь, в принципе, настроение в лобби, видишь настроение армян и в соцсетях тоже. По-твоему, армянское общество в своем большинстве больше поддерживает кандидатуру Эрдогана или кандидатуру Кылычдаroğlu? Твое мнение? Вопрос интересный, так как сейчас очень много я наблюдаю насчет именно вот этой темы. Я тебе скажу так, на сегодняшний день наша нация, наши люди выбирают Кемалоглы, да, по-моему, его зовут. Ага. Ну Кылычдаroğlu Кемал. почему они выбирают его, это естественно, потому что сейчас такая геополитическая вообще образно идет, ну, картинка такая, что Эрдоган уже сколько лет правит этой страной, и получается то, что, во-первых, он с Россией, во-вторых, многие очень утверждают, что он поддерживает Азербайджан, особенно вторую азербайджанскую войну, да? И еще один важный вопрос есть, что Эрдоган, он более, да, к России при этом, да, приближен. А вот этот другой оппонент, он выходит в сторону Европы, в сторону НАТО, понимаешь, поддержку НАТО идут. И многих это устраивает, чтобы сейчас НАТО, ну, как НАТО, да, выходило вперед. Ну, лично мое То мнение, есть, да. лично То мое есть, судя мнение. по твоим наблюдениям, большинство армянского лобби, большинство армян поддерживают именно кандидатуру Кылычдaroğlu, так? Ну, конечно, да, это так. Это то, что я вижу, то я и говорю, потому что сейчас я это вижу, сейчас... Ну, А можешь сказать, что вот армяне вот конкретно ненавидят Эрдогана? Есть такой вот, особенно после Второй Карабахской? как тебе сказать, ненавидят, это громко сказано, но опять же есть разные, да, люди. Кто-то ненавидит, кто-то относится относительно, кто-то положительно. Это нормально. Опять же, я не скажу, что полностью все придерживаются одной или другой Ну, стороны. я не вот мы же знаем, что Турция поддерживала Азербайджан в ходе Второй Карабахской войны. Господин Эрдоган множество раз приезжал в Карабах, неоднократно. Согласись, да, как бы признал, естественно, территориальную целостность, основал там много проектов. Его зять приезжал туда. Байрактар — это его зять, чтобы ты понимал, да, Эрдогана. Да, Я не думаю, что армяне к нему относятся с большой любовью. нет, я тоже не думаю, это естественно, что так было, да. Может быть, да, кстати, может быть. Здесь ты можешь прав быть. Почему? Потому что это много, да, кто перевернуло. Особенно поддержка финансов, это много что сейчас значит. А так как все знаем, что господин Эрдоган и вся Турция в свое время помогла этому. Поэтому вот так, это мое мнение.